История с бесноватыми футболистами получила сегодня продолжение. В игру вступил Мамаев-старший. Вступил, как и полагается, члену семьи с громкой футбольной фамилией, с решающим эффектом. Вот его выход. Без купюр. Ну, почти без. Вы что устроили, черти? Из Монте-Карло, устроили? Человек в отпуске находится, кого это, что они устроили сейчас, как не стыдно вам, чертям, вы передайте мою позицию всем, которые от зависти с желчью скоро подавятся, что обычный русский парень зарабатывает деньги, а как только оступился, вы каждый готовы нож в спину воткнуть. Ну, тут необходимы небольшие пояснения. Мамаев-старший, он в анамнезе не футболист. Не подумайте, он вроде как агент своего сына. Ну, это дело не хитрое. Все в дом, все в семью. А до того, как стать агентом, Мамаев-старший, по некоторым данным, находился там, где самое место теперь его отпрыску. В местах, как раньше говорили, не столь отдаленных. Или, скажу аккуратнее, там находился его полный тезка, у которого есть сын Павел. Ну так вот, вернусь к теме. Казалось бы, наоборот. Ну, чего волноваться? Был, все проверил, жив-здоров, ничего страшного, вышел. Вот сынулю воспитал, миллионера. Чего бояться? Всюду жизнь, везде люди. Не звери, небось. Да и сынуля подготовленный, спортивный, за себя постоит, если что. Вот это видео уже, небось, и на зоне будущей видели. Заранее бояться. Так что специально для уважаемого Мамаева-старшего или для его полного тезки. Дорогой Константин Арсентьевич, не волнуйтесь за вашего сына. Наш суд самый г***ный в мире. Наши исправительные учреждения, если не с***ный, то школа с***ный. Это уж точно школа мужества. Надеюсь, вот эту татуировку на спине вы сами делали. Уверен, она ему там поможет. Сын ваш вернется на поле с силами и с новыми татуировками. И мы снова все будем ему завидовать. Ну а теперь про настоящий спорт, которому есть место в жизни и в нашей программе. В Ульяновске сегодня открылся форум «Россия – спортивная держава».